Всем привет, меня зовут Спайк. В предыдущем видео я рассказывал о безымянном пальце. Кому интересно, смотрите мое первое видео. Потом я вспомнил, что я могу делать еще вот так вот. Не знаю, насколько это уникальное умение, так что попробуйте и сами расскажите. Но тут я знаю не понаслышке, что сложно мизинец отсоединить от безымянного пальца. Так что пробуйте, пишите комментарии, посмотрим. Много нас таких людей.